Опачки, а что это за мадам такая огромная? А это я. Представляете? А муха тоже вертолет, но без коробки передач. А по стене ползет пельмень, и все коленки в огурцах. Он деревянный, как кирпич, он волосатый. Ты самая лучшая женщина на свете. Нас в студии гость программы, руководитель Центра красоты и здоровья Альфир Анастасия Идрисова. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак. Нет слов. Так, говорим сегодня о красоте. Воу, воу, и пать она огромная. Черт, да берег не особо нету. Ага, сразу по незаметно, что как раз время успеть. Эй, не себе так люди. Тренер не играет. Ну то, что процедура травмирующая была, мы догадались. Оптимус Прайм. Поэтому да, сейчас у нас как раз старт, самый старт той горячей поры, когда реально очень сильно изменится, причем... Ну, да, в лучшую сторону. Естественно. Да всем насрать! Татьяна, у вас был хоть один трезвый мужик в жизни? Ой, какая ж это все хуйня! Какой смысл? Да я фупаю. Ее улыбка – это стиль, приятная. О, ноу, у вас пропущенный. Да вот чертовка же, как Вин Дизель улыбается. Ай, хороша. Таня пианино. А что, по зубам не видно, что они были трезвые? Девочки, если ложите еду в тарелку, да, и не знаете, куда деть эту крышку ебаную, берите... А я привык делать то, что не должен делать. Берете вот так вот просто и... Почему я испугалась, как будто это я делала? Эту крышку ебаную берите... Крышка отомстила. Это потому, что ложите, а если бы кладете, то точно поели бы. Заебись совет. Спасибо за совет, тоже попробую. И остаетесь голодным. Записала. Это тебе за ложите. Спасибо, очень помогло. Особенно, когда мама сказала, разогрей суп буду через 5 минут. Мне уже этот мир абсолютно понятен. Я здесь ищу только одного покоя, умиротворения и вот этой гармонии. Так bardzo закохany, szczęściem ujarani. Так bardzo, że już lepiej nie da się. Иван, 16 лет. Реальный пацан. Разбирается в мемах и хайповой моде.
ищет горячую. Покажите сюрприз. Я сам выбираю свою судьбу. В общем, мне нужно немножечко подготовиться. Проходите. Приветик, стадо баранов. У, а ты уволен? Ты самая лучшая. У тебя все будет хорошо. Ты будешь счастлива. О, нет, вышел блондин подготовиться в осел Грюнетя. Что и перед чего употребляют? Ей-ей, что там с первым каналом происходит вообще? Жесть какая-то. Это Линдеман в молодости. Ну, редакторы молодцы, конкурсы интересные. Да блин, Ванька Ургант, это ты? Татьян, у вас был хоть один трезвый мужик в жизни? Прошу вас занести время и дату в бортовой журнал. Да я фупаю. Ее улыбка — это стиль, приятная. Алло, у вас пропущенный. Да вот чертовка же, как Вин Дизель улыбается. Ай, хороша. Таня пианино. А че, по зубам не видно, что они были трезвые? Если ложите еду в тарелку, да? И... Кто-нибудь может объяснить, почему я здесь? Не знаете, куда деть эту крышку ебаную? Замечательная инициатива, но... Говно. Берете вот так вот просто и... Почему я испугалась, как будто это я делала? Крышка отомстила. Это потому, что ложите, а если бы кладете, то точно поели бы. Заебись совет. Спасибо за совет, тоже попробую. И остаетесь голодным. Записала. Это тебе за ложите. Спасибо, очень помогло. Особенно, когда мама сказала, разогрей суп, буду через 5 минут. Егор Кривошеев, глава семейства, он попал в книгу рекордов Гиннесса. Всего за 4 дня он пропил 3-комнатную квартиру на Ленинском проспекте. Какого хрена? Рядом с ним в красном его супруга, Светлана. Она наняла киллера, чтобы он предотвратил потерю квартиры, но всего раз, пообщавшись со Светланой, киллер тоже запил и сдался в полицию. Мне надо прочистить мозги. Мария Кривошеева, сестра Светланы, забеременела от Егора и подсыпала Светлане в суп мышьяк. Но яд, к счастью, оказался просроченным. Нет, что? Нет. Ваня Кривошеев рядом с ней на диване. Сын Егора и Светланы, ему 17 лет, у него 8 приводов в полицию. Уже отмотал 2 года в колонии для несовершеннолетних. Пытался продать свою 12-летнюю сестру Лизу в сексуальное рабство, но не сошелся в цене с заказчиком. Это отвратительно. И, наконец, Лиза Кривошеева, о которой я говорю, она на отдельном диване. Сидит поодаль от своей семьи. Лиза отличница, золотая медаль в общегородской олимпиаде по алгебре. Занимается сольфеджио, увлекается историей Древнего Рима и мечтает, чтобы все родственники ее семьи скорее умерли. А как прошло ваше первое знакомство с родителями девушки и парня? Мем смешной, но ситуация страшная. Что-то не так с Лизой. Лиза позорит всю семью. Как мышьяк может быть просрочен? Блин, кто пишет им сценарий? В семье не без изъяна это про Лизу. Лиза с детдома, походу. Лиза какая-то странная. Обед второй час пошел, я эту банку не могу открыть. Даже не верится. Открыла. Ебикай-яй, мадафака. Открыла. Икры купила целую банку, нафиг. Банка-то хоть извинилась? Вот бывает такое, держишься, а потом карманом за дверную ручку зацепилась и понеслось. У меня тоже такое бывает состояние, фигаришь танком по жизни, а потом оладьи пригорели и слезы грянули. Все нервы банка вымотала. Три. Выдох. Нет, что? Нет. Еще. Работай. Считай это последней просьбой. Убью тебя! Как же это с вами случилось? Где вам сначала с мамой? Да, конечно. Он прошлого тренера съел. Печальные воспоминания. Надо майонез и хлеб на веревке подвешивать. Нет слов. Да он гантель для детей поднять не может. О каком убью тебя идет речь? Теперь так и будет. Сказал желатин и отправился в мусорное ведро. Я всегда думал, что чай это просто горячая коричневая вода. Знаете что? Я был... Бифштекс подгорел. О, ноу, зачем она его бьет? Ему же так тяжело. Свинина, хули. Убью тебя! Ты че,
Нет. Это за что? А это я ему рога отбила, которые наставила. А, ну, молодец. Вот как надо отбивать рога. У пупила мужик на Дэнни Трёха похож. Все так, а да? Это уже. Помочь или сами? Если поможешь. У меня рука болит. Мое дело предложить. Рука болит. Людского во мне докуя. Oh, он просто так далеко не заходил. Работай. Убил тебя! Он был уверен, что она откажется. Вам нравится? Да. Нравится. Главное, предлагал. Все так, а да? Это уже. Помочь или сами? Если он скончался от этого текста. Тот, кто написал этот текст, убил его своими ошибками. Это я чуть не скончался, прочитав этот шедевр. Жаль, что нет особой возможности усыплять авторов таких новостей. Он Жеевой, и у него достаток сердца. Из-за ошибок в каждом слове у меня линза лопнула. Не показывайте это Джеки Чану, а то он со смеху умрет. Сам чуть не скончался, пока читал. А он сам в курсе, что его нет. Первая с бубенцами на поясе виновата, все из-за нее. Представьте, как водители на светофоре угорают. Отряд не заметил потери бойца дважды. Она так падает и встает, будто делала это каждый день. Она и отдохнуть успела. Главное, когда подруга поворачивается, она уже на ногах. Я думала в финале. Она ползет до финиша. Она начала превращаться в квадробера. Упор на четыре кости. У воина нет цели. У воина только путь. Не важно, сколько раз ты упал, важно, сколько раз ты поднялся. Вы когда познакомились с ней? Ну, мы познакомились. 27, а выглядит на все 47. Ха-ха. Познакомились где-то 10 лет назад. А тебе сколько тогда было, 10 лет? Нет, я 10 лет встречался с ним. С тебе сейчас сколько лет? 27 лет. Я тебе говорю, ну было 17. А ей сколько? Я и не знаю. Просчитался. Но где? Я 1000 раз пересматриваю этот ролик. Ха-ха. Бедный парень. Что случилось с ней, не поймет ха-ха-ха. Наконец-то Равшан и Джамшуть поженились. Она какая была красивая, ну сейчас что-то совсем по-другому почему-то стало. Годы берут. Подожди, а это она же? Замутил. Это она же? 100%. 100%. Дима, на бабушку много ухаживали. Вы в этом районе живете? Да. Вам нравится? Да. Нравится. А что-то есть тут плохое? Все плохое. Самый худший район. Гетто бабки. Пить не буду, наливай. Они просто почувствовали, что к ним в район хотят переехать, новенькие и быстро переобулись. Или переобабулились. Бабулинг. Криминальные бабульки. Ты зашел не в тот район, Снежок. Бабка слева начала что-то подозревать. Ты сам? Ты программист? Мужчина, добрый день. Это не бомба. Откуда вы знаете, что это не бомба? Вот вы кто? Слишком просто. Придурки. Никакой фантазии. Ребят, честно, занимался бальными танцами с детства. Сейчас я позову, слышите ее, подождите куда. Катюха, иди сюда! Я сделал все, что мог. Вот, разговор. Тём, какая ваша любимая песня у Али Бузовой? Никакой. Но это тоже отношения. Конечно. Меня же можно и любить. Вот смотрите. Как смешно. Ну кто бы что-нибудь бы не говорил бы, когда-нибудь кто-нибудь сказал, как, ну кто-нибудь, если говорил. Красавец! 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 Тимофей, привет. Расскажи, пожалуйста, о своем футбольном клубе. Ну...
команда просто играет плохо, ну и а вратарь отлично. У мамы был телевизор. Телевизора у мамы больше нет. Ой, мама, она любит хулигана. Ой, мама, хулигана нет кармана. Нирвана. You say... Ой, танцуешь, блядь. Ну ладно, сейчас покажу, ребята, говорили, блядь. Ребят, честно, занимался бальными танцами с детства. Сейчас я позову, слышите ее, подождите куда. Катюха, иди сюда! Указывай. Я сделал то, что мог. А чтоб тебя видно было. Ну, команда просто играет плохо. Ну и... А вратарь отлично. А ты кто, нападающий? Жили у бабуси гангстеры дедуси. Рамштайн слушали, супчик кушали. Рэп читали, шишки собирали, по лесу гуляли. Простите, буду культурнее, больше рогать не буду. Мне просто очень вкусно. Просто вырвалась сильно, получается, горючая лапша, очень вкусно. Я не могу удержать рыготину и блювотину. Откуда свет? Нахрена свет? Тихнуло. Дорогі мої підписчики і підписчиці, це я, блогер Михайло. Такий лисий, гарний, сексуальний. Ось такий. Да! Да нет, нет никаких проблем, просто так не делайте, надо же предупреждать. Ты успокойся, да? Не хочешь, тебя не будут снимать, ходи с краю. Не, чё не снимать-то? Чё ты сразу слова цепляешься? Я просто предупреждаю. Please don't be upset. Did he just kill himself? What's wrong? Наша пассажирка присела на переднее сиденье. Алло, пихап, ты пихапка, пихапка, ты. А, пробка. Yeah, that would work. I'll need it, but I'm just naked. Yeah, what else can we do?
remember telling you what we should do about it? Come on. That was pretty cool. Into it. Oh my God. Are you all right? Please don't be upset. Good morning. Ай, 你就放我东西。